Адриана Пынькина, 6 лет, город Москва. Я люблю, когда радуга в небе, потому что она очень красивая. Я очень много раз видела радугу. Я не люблю перец есть, потому что он кислый. Я хочу стать курьером. Я хочу подарок получить — мобильные часы. Когда я потерялась, чтобы звонить маме и папе. Я занимаюсь вокалом и танцами. Я хочу на сцене выступать, потому что там много будет зрителей, и мне это нравится.